Еще по пути все в фермах, все в агрикультуре сеют, уже что-то даже собирают. Я видел, что-то собирали, что-то созрело, что-то в земле выросло, уже это можно потреблять, продавать и так далее. И это февраль. Вот, ну не скажу, кто живут, люди, люди в Италии живут, что они в феврале что-то собирают. Из земли потом ням-ням и прочее. Вот живут. Ну, это ладно, ладно. Пусть живут, если они могут. вообще как. Да, пусть живут. Ладно, пусть пока живут. Пока мы здесь еще ничего не... Это холодно. Ну, вот. И а, еще из впечатлений ветерок и лапы а, пальм, фантастически колышется, фантастически это целая поэзия, настоящая поэзия. Мимозы. Если вы видели, я зафотографировал, какие по пути вообще евреи везде мимозы. Они желтые, вы удивитесь. Они желтые, мимозы желтые. Я помню в детстве я их всегда видел на открытках мимозу и очень редко покупали в жуткой фольге, страшная такая фольга для колбасы значит, у нас продавали. Я не, знаю, как она росла, потому что в Москве нет весны, сразу из зимы приходит жаркое лето. Все, солнце уничтожает за значит, несколько дней, потом опять зима. А значит, здесь мимоза растет. Вот я значит, дожил до, так сказать, 17 лет и увидел мимозу. Он как итальянка. смотри, здесь еще остались итальянки, настоящее пальто яркое. Она ждет, Ждет мужчину, но не дождется. Но она яркая, она ступает. Мы были в баре, сидели. Она долго ступала вокруг моего столика, совершенно безрезультатно. Вот, но настоящие расклешенные брюки, расклешенные. Расклешенная прическа, крашеная. Ну, хорошо, она ухоженная, но так, средняя, но провинциальная. Ощущение 1982 года. 1982 она не захвачена вот этой вот модой африканской это хорошо это провинция итальянская как и провинция французская они не захвачены это прекрасная такая сумочка она посмотрела по сторонам вот она вышла из бара где я по сторонам туда-сюда ну никто даже насильников нет представляешь просто и печально медленно пошла туда в гору видимо там она где-то в этих чудесных домиках живет а, а, а пошла одна чтобы мы сидели, она уже так, она уже, что, что она только, значит, не, не делала, она, значит, еще, в общем, достаточно еще молодая, съедобная, что называется, вот, и она же не понимает, что я, я ничего не могу сейчас, потому что я должен выйти к вам, понимаете, для меня главные люди, да, и не машины, как в фильме «Гараж», я все только для вас, все только для народа стараюсь, меня не, не ценят, вот, вернее, даже ценят, но, в общем, как-то не так ценят. Значит, я для народа страсть, я не для этого, я не для того, чтобы, значит, это самое, я для вас, вот, архитектура, вот, море, значит, гавань, тихая гавань. Ну, вот, значит, я продолжим про лапы. Лапы пальм, лапы пальм колышутся, и мандарины у них вечный круглый год. Вот, ну, не при их кто, у них мандарины круглый год. Это же вашу... санта Розалипе. Это... Кру... А я вот сейчас из Москвы, там метель, красота. Еле взлетели. Из того, что можно... Ладно, у нас ничего не за, но уже в Ютубе ничего не сказать. Здесь ничего не сказать. Там ничего не сказать. Нигде ничего не сказать. Сказать нигде ничего. Что как можно искусствоведу, историку вообще... Жизнь в нигде... нигде, нигде, ничего не сказать. Сними это розовое, посмотри потом на меня. Сначала медленно розовый, потрясающе, что отель это что? Изумительный розовый оттенок с балконами. Посмотри, какое здание. Это очень красиво, мне все это очень нравится. Да, может, полностью. И пустое место. Пустое место, где была та итальянка, которая не дождалась мужика. Вот, она уже ушла. Но с, сними. Вот. И потом через, через старинную закрытую церквушку обратно ко мне. Церквушка, какой-то византийско-восточный куполик такой, да-да-да, давай да, да, это... Там тоже архитектура, домики, все оттенки разные. Вон есть и желтый, и песка, и бежевый, и моренгу, какие только не оттенки, фантастика. Ну вот. И что мне, что мне особенно нравится, это когда не сезон. Нет, еще вот здесь же летом, когда жара 45, начинается куча мяса, толпы туристов, которые бегают, друг другу мешают жить. Им нужно всем именно как-то одновременно радоваться и печалиться. Я никогда не понимал, как можно радоваться печалиться одновременно всем. И они ходят в мясо в мясо. Мясо здесь, везде ходит мясо. В Париже, в Риме, везде. Вот именно в сезон. А я люблю, когда вот философия, вот, которая не наука, но философия, как красивое одиночество. Ну, иногда одиночество вдвоем, иногда одиночество со всеми наслаждениями, так сказать. Но вы поняли. Потому что тоже не все. Уже нас до такой степени ничего нельзя сказать. Но это порождает талант, у кого есть. Когда ничего нельзя сказать, это порождает талант, это порождает артистизм, это порождает, так сказать, балет, потому что можно не сказать, но можно показать, можно э, намекнуть, можно много чего можно, пока еще. Ну вот. Ой, я так. Честно скажу, я так рад этой, этой Италии, этому февралю, абсолютно где-то даже летнему, потому что сегодня, ну, до 22 трех на солнце было серьезно, на самом деле. Вот февраль у них, да, сейчас к вечеру прохладнее, но вы знаете, я давно это сформулировал: любить вот настоящую любовь, она должна быть в несколько прохладную погоду. Конечно, не такая, как суровая, которая все убивает у нас зима, но в несколько прохладную. То есть это а, осень или ранняя весна. Это чувство тонкой влюбленности в любви. Потому что когда а, уже жара, это не знаю, как это любить, это уже не тонко, это жара, это, и, или ничего не хочешь, или все хочешь, но только ниже отсюда и прочее. А, а так, чтобы любить вот так, это, конечно, нужно слегка прохладца, слегка, слегка ну и чтобы, конечно, вот эти Горы, это море, эти поля, потому что вот здесь Италия. Горы фантастические по драматизму, одна красота. Тут же поля, равнина, они все плодородные, черт возьми, они все приносят, черт возьми. И смотришь, вот там виноград, тут киви растет, киви накрыто. Мне объясняют, что киви оказывается они такие привередливые. Их надо... Они ничего не могут. Ни солнце, ни дождь, ничего. Они накрывают специальной сеточкой. Ой, у нас бы люди так жили, как у них киви. Кусты. Но это тоже ладно. Значит, киви. У них киви. И а, уже все зеленеет. Они вытаскивают это брюком, морковь или что. Они все уже тащат. В феврале они уже тащат, тащат, тащат. В общем, вот так вот выйдешь в кап страну, Понимаешь, выйдешь в кап страну еще, некоторые меняют пока еще. Вот же люди. да? Ну ладно, это отдельная тема. Да. Но, друзья мои, я еще в прогулку, очередной бегун, это называется бегом от инфаркта. Как они бегают, вот я, ну смотрите, ну... ну ну что, руки, ноги, просто оперета, красота, да, и бегун, по идее, это как бы спорт, это здоровье, да ни, ни, ничего подобного, потому что он бежит, я каждый раз, я прошу, вот он бегун, он, наверное, за здоровьем, да, он изгорбленный, у него и здесь тяжелое, здесь тяжелое, здесь, значит, свинья, на каждой нога свинья, и вот он вот так бежит, ну что же это за здоровье, он же сдохнет скоро. Вот не хочу просто, мне лень проверять, вот затем поворотом сдохнет. Вот мы сейчас в Мерседесе сядем, вот посмотрим. Доедешь до этого вот угла, посмотрим, там лежать будет сдох, падаль, доши Потому что это спорт это не здоровье. Здоровье это когда вот лежишь на диване, потом самолет, потом Италия. Вот это здоровье. А когда это... Я иду, отдыхаю, потрясающе пейзажи, облака, все. И вдруг я, так сказать, я никогда ни, ни, ничего не сделал ни, э, спортивного, и вдруг сзади слышу, вот у меня дыхание, оперное дыхание, все. И я ни разу не пробежался. Сзади. Я говорю, что? Это бегун. Это спорт, это здоровье. Сзади. Я поворачиваюсь, потный устарый. Ничего не видит. Вот я всю красоту, они ничего не видят. Вот. Это все, это кошмар. И вот у меня пробегает. И даже нельзя, поставить подножку. Потому что, ну, во-первых, безнравственно, во-вторых, что самое главное, камеры везде. Если бы не камеры, оно еще может быть. Ну, что поделать, мои дорогие друзья, эти лодочки, эти кораблики, это просто восторг. Это провинциальная Италия, куда еще пока не дошли, так сказать, не все дикари, не все дошли. Вот, и надо бы, чтобы не пускать, а те, что есть, выкинуть. Вот, ну, э -э -э больше лежите на диване, больше гуляйте в Италии, больше смотрите меня и слушайте, и слушайтесь меня, не просто смотрите. Я еще пошел гулять, пока.